счастлив, потому что это мой первый марафон, и я не ожидал, что он будет таким тяжелым. Я рад, что пробежал его. Чувство очень хорошее. Я пострадал, очень сильно пострадал, но я счастлив. Это круто. Решил пробежать свой первый марафон в другой стране, и сейчас я в Будапеште. Осталось менее 2 дней. Я готовился к этому почти 1.5 года. Пробежал кучу десяток, кучу половинок, и теперь полноценный марафон. Город очень красивый, и трасса обещает быть ровной. И то, что это происходит в другой стране, это круто, это запомнится прям на всю жизнь. В общем, первый марафон должен быть таким, я считаю. Хочу проверить футболочку, подходит ли она мне, потому что мне не везло уже много-много раз с размерами, и я бы хотел, чтобы это подошло. Быстрая регистрация. Народу сегодня нету вообще. Завтра бегут десятку, он бежит только через день, поэтому народу мало еще пока на экспо. Быстро зарегистрировался, получил футболку. Вроде бы моя по размеру. Не знаю, вот хочу погулять, посмотреть, на самом деле, что еще продают. Сегодня 28 сентября, бежит наша подруга 10 километров, мы с Мишей бежим завтра, и я сегодня, находясь здесь, думаю, как это будет выглядеть завтра, будет ли здесь больше народу, будет ли больше движухи или меньше, как мы будем себя чувствовать, что мы будем делать, мы будем разминаться, продумываю план, и мы ждем, волнуемся. Остался всего день, и сегодня мы перестаем ходить и двигаться, и будем отдыхать. Спал плохо, но я надеюсь, что я успел выспаться за ночь до, поэтому сегодня поспать было не так критично. Ну, чувствую себя нормально, хотя спал, говорю, плохо. Ноги ломило, почему-то, не знаю почему. Когда я стою или хожу, конечно, с ногами все нормально, вот, а лежать просто не могу. Сейчас вот ем кашу, которую надо себя запихнуть. Каша всегда тяжело мне дается. Не очень люблю кашу, но это лучшее, что есть, чтобы съесть утром. Как ощущения? Фу! Боевые!
Ноги только что-то подустали, как будто бы. Но я думаю, будет хорошо. Знаю, не могу стоять просто. Хочу бежать. Я тоже так беру. Все, давайте, все, все, вся заливаю, короче. Просто сейчас. Ты на массаж пойдем? Посмотрите, сходи. Я хотел сейчас, я, короче, замялся, я хотел пробежаться чуть-чуть. Потому что будет жопа иначе. Конечно, жаль, что у меня не получилось выбежать мой первый марафон из 3 часов 30 минут, потому что я тренировался именно на такую цель. Но 3:44 это тоже достаточно хороший результат для первого раза, для такой дистанции. И тем более было очень жарко, 28-27 градусов, и постоянно светило солнце. Ну и, конечно, так как это была новая дистанция, я не знал, как правильно интерпретировать свои ощущения. Думал, что я чувствую себя хорошо и ускорился, хотя нужно было бежать строго по плану. В общем, вот эти лишние 5-10 секунд увеличенного темпа на каждый километр, они в итоге сыграли свою роль, и, к сожалению, на 32-м километре меня накрыло, и все пошло не по плану, хотя бежал я очень хорошо в начале. 3:44. Что ж, тоже нормально. Я думаю, что в следующем году, в 2020, я обязательно побегу еще марафон, конечно же, весной в Казани, и, наверное, осенью. То есть это будет два марафона, и я ожидаю гораздо лучших результатов. Ну уж на этот раз я думаю, что у меня получится выбежать из 3 часов 30 минут, буду готовиться. Ну и, конечно, я очень хочу улучшить свои результаты на 10 километрах, на 21 километре. В общем, буду бегать дальше, мне нравится.